Ребята, всем привет! Я столкнулась с такой проблемой, что не все умеют включать плейлист в YouTube на телевизоре. И сейчас я вам это покажу. Для этого нам нужно зайти в приложение YouTube на телевизоре. Оно у нас уже включено. И набрать в поиске тот канал, который мы хотим посмотреть. Например, Марина Жукова. Вот мы на ее канале. Нам нужно опуститься вниз и найти ее плейлисты. Вот ее плейлисты. Выбираем нужные и включаем. В этом плейлисте 33 видео, и можно их смотреть не прерываясь. Да, сразу можно найти те вещи, которые тебе понравятся. Бывает, идешь как-то... Подписывайся на мой канал, ставь лайк. Всем пока-пока!